anything to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Ты Рома? Дема. Это ты Демьян, что ли? Да. Ух ты, классное имя. Покажи машину свою. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A soul cake, please good missus, a soul cake. Мы приехали в ресторан Пивальди. Прям впечатляюще, я бы сказала, да, на картинках, как бы я видела здание, беседки, здесь какая-то прям очень такая своеобразная атмосфера. Во-первых, это прям полноценная территория за забором, здесь есть и главное здание, где 4, по-моему, ресторана. Восточный, кантри, модерн и Эрмитаж, по-моему, называется. Вот, и на улице здесь... То есть беседки, шале. И вот на сайт, когда заходишь, чтобы забронировать, оно так и называется. Вот это место, где, собственно, вот эта вся беседочная история, называется веранда. Мы еще пока внутрь не заходили. Я решила сначала прогуляться по территории. Ну что, надо идти, пробовать. Мест, в принципе, достаточно. Мы пришли без брони. Хотя, когда звонишь, говорят, что бронировать нужно на сайте. На сайте все удобно, можно прям столик выбрать, количество часов, которые необходимо для посиделок. Вот, я не знаю, где у меня Макс, уже, наверное, внутри. Так что пойдем сейчас что-нибудь выберем. Фантастический ресторан, как написано на меню. Проверим. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a hippie, God bless you. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Это, я так понимаю, зал называется Эрмитаж. А Макс ждет меня на 3-м этаже. 422-й столик у нас. Вот. Зал какой, не знаю. Либо кантри, либо модерн. 2-й этаж. Это зал восточный. Ну, заведение шикарное. А при учете, что блюдо стоит по 200 рублей, так вообще. Ну, отзывы хорошие, во всяком случае, мы от знакомых слышали. Мы находимся на 3-м этаже в зале, который называется «Модерн». И здесь же, на 3-м этаже, находится зал «Кантри».
Пока я гуляла, Макс заказал свои любимые свиные ребрышки, барбекю. Где бы мы ни были, он всегда заказывает их. В Бахте ребра лучше. И я готовлю лучше. Да, просто какое-то отварное соусом полито. Это не потому, что нам стол побольше не дали. Просто у него реально такое предвзятое отношение к ребрам. Мало где они, в принципе, нам нравятся. Ну, Макс был абсолютно прав. Мясо действительно вареное, политое соусом. Ну, 200 рублей, чем хотели. Но нравится мне здесь то, что блюда маленькие. Можно много всего и по чуть-чуть попробовать. Не обожраться. Пока мы дегустировали ребрышки свиные, принесли вот такой вот азиатский салат с угрем и шашлык. Салат азиатский, прям похож на роллы. А теперь у нас вок, удон со свининой. Что-то остренькое сейчас будет. Она острая? Должна быть, да, там перчик был нарисован. А оплата тут тоже, между прочим, по QR-коду, как в быке. Удобно. Заказали вот роллы, до сих пор ждем. Уже так прилично времени прошло, а их все нет. Макс говорит, реально, говорит, прям готовят. Тут, наверное, спрос бешеный на них. Ролл за 200 рублей поесть, чтобы нормальные были бы. Мы сегодня обсуждали, что у нас в Королеве не хватает Шервуда и Пивальди. Пивальди, в принципе, мне понравился. Но, ну, то есть, цена-качество, скажем так. То есть, 200 рублей, как бы не казалось, что это дешево, но оно, как бы, цена-качество стоит тех 200 рублей. Ничего прям такого супер-вау, взрыв вкуса какого-то. Ну, конечно, у нас немножко подпорченные наши вкусовые рецепты уже с всякими разными блюдами. Ну, из всего, кстати, шашлык более-менее достойный, вок был вполне даже на уровне, ребра не очень, салат хороший. Короче, все было хорошо, кроме ребер, и то, потому что у тебя предвзятое отношение. Нет, если поставить на пьедестал, то вок будет на первом месте. На последнем будет ребра. Мы так долго ждали, и внешний вид такой, что они как будто доставку заказали. Ну, 200 рублей. Какие претензии?